Приветствую вас в первый рабочий день недели. Хорошо, что вчера не пришли. Понедельник день тяжелый. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Доброе утро. Ваша почта. И утренние маффины. И еще. Я записал вас на 15:30 на маникюр и педикюр. А вас вчера мы искали весь день, но так и не нашли. Поэтому ваше пиво мы отправили вам домой. И оно вас уже ожидает. И еще. Чуть не забыл. Ваша приморская корюшка. Кофе. Алло, merhaba, İstanbul'da mısın? Harika, şimdi bana... Шестого этажа, директорский. Кафе Истанбул. Итак, коллеги, сегодня мы с вами собрались для сеанса коллективного чтения процедуры про процедуры. Это очень важный документ, как вы все знаете. Мне ли вам говорить?
который должен остаться у вас в памяти надолго. Назначение и принципы. Спасибо. Данная процедура предназначена для формирования единого стиля по структуре, изложению, оформлению, согласованию, утверждению и внесению изменений в процедуры и другие процедуры, разработанные в компании «Фесарус». Предполагается ли в рамках предлагаемой вами процедуры некая процедура по оценке эффективности предлагаемых вами к внедрению процедур? Если да, то какая? Данная процедура применяется во всех филиалах и подразделениях «Фесарус» лицами, руководителями, руководителями, а также их подчиненными и другими подчиненными, а также другими лицами, ответственными за эффективность. А сколько процентов жирности молока? Ой, смотрите! А каков бюджет по реализации данной процедуры? Бюджет. Для этого же есть процедура, в которой четко прописана процедура, где брать бюджет. Роман, я переживаю, как повлияет движение ретроградного Меркурия на внедрение данной процедуры. Роман, все совещание меня мучает вопрос, где вы достали такие носки? Вот так. Бабушка связала. Роман, скажите, пожалуйста, а согласована ли была данная процедура с ранее согласованными процедурами? Потому что если эта процедура не согласована, нам необходимо ее согласовать. Может быть, для этого нам нужно собрать региональное совещание, конференц-коллы, митинги. Может быть, какой-то выездной митинг. Роман, как вы считаете? А может быть, нам нужно собрать конференц-колл с нашими региональными коллегами? Роман, что вы об этом думаете? Я лев по гороскопу. Лев по гороскопу. Коллеги, сегодня мы награждаем Александру Алексеевну за внедрение новой процедуры в компании «Фесарус» и награждаем и дарим возможность дистанционной работы в любой точке мира с комфортом. Привет! Ну что, я готова отчитаться о неделе пляжной работы. За последнюю неделю мы перевыполнили план по селлауту на 40%. И, кстати, в местном онтрейде тоже. Буквально вчера у меня был аудит по пляжным барам, а потом по ночным клубам. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Самые симпатичные парни, конечно, пьют эфес. Про экзекьюшн. Мы достигли вау-экзекьюшна в 100% торговых точек. Ну и, конечно, мое появление на пляже тоже производит неизгладимое впечатление. Особенно на местное население. А мужчины тут, ну просто вау. По доле рынка мы тоже выросли. Кстати, угадай, на сколько. Если прибавить к этому числу 7 процентных пунктов, то мы получим температуру воды у меня за спиной. Точно, сразу на 20 пунктов. Мы обогнали Балтику и других конкурентов. Ну и тут с конкурентами, знаешь, тоже все в порядке. Ну, в смысле, они лежат в сторонке и отдыхают. Я вообще не понимаю, во что мои конкурентки инвестируют. Ни фигуры красивые, ни купальников. Ну, просто не с кем соперничать. Ну, и все хорошо у нас и с Сови, и с холодилизацией 100%. Ой, ты знаешь, мне звонит местный РСМ, у нас сейчас с ним митинг. Но я тебе потом все расскажу. Пока! And nobody
'cause you're on the phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey. Come on. A crying. Don't you feel like crying? Or don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be said in a glass of wine alone. Loneliness, loneliness, such a waste of time. Oh yes, you don't ever have to walk alone. But you see, but come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh yeah, and you're waiting for a voice to come. There's no one. Don't you feel like I'm crying?